С 10 февраля игроки главной команды города проходят учебно-тренировочные сборы в Таджикистане. Готовит команду прошлогодний тренерский штаб. Возглавляет экибастузский клуб главный тренер Аскар Кожабергенов. Эти сборы включают в себя закладку фундамента функционального состояния игроков и параллельно будем проводить контрольные игры. На данный момент провели две игры. Первую игру провели со вторым призером первой лиги Таджикистана, с командой Асхата. Выиграли 4-1. Отличились Нукибай дважды, Доскалиев и Байтурсынов. Эти игроки находятся на данный момент на просмотре. Вторая игра состоялась с командой Худжанд. Это второй призер премьер-лиги Таджикистана. Команда выиграла 2-1. Голы забили Аслан Еркен и Адиль Джаналиев. У подопечных Аскара Сейдахметовича еще две игры с дублирующим составом клуба «Тарас». До 28 февраля игроки местного клуба будут находиться в Таджикистане. А третий этап сборов пройдет в Шымкенте. Там же команда примет участие в предварительных играх чемпионата страны за Кубок Казахстана среди команд первой лиги. В нашей группе оказались Алтай Семей, Кызылжар Петропавловск и Рузаев Калмата. На данный момент мы сохранили 80% прошлогоднего состава. Поэтому сейчас задача по составу только точно укрепить отдельные позиции. О потенциальных новичках пока рано говорить, потому что с ними контракт не подписан, мы их просматриваем здесь. Из этого состава 60% являются воспитанниками экибастузского футбола. Мы постарались охватить всех футболистов действующих, которые сейчас находятся в Экибастузе. Из прошлогоднего состава ушли в главную команду Павлодарской области футбольный клуб «Иртыш». Голкипер Илья Сотник и нападающий Мадияр Раимбек. Говоря о составе, есть вероятность возвращения Куаныша Бегалина, который находится на просмотре в клубе «Каспий». Бюджет команды на этот игровой сезон пока уточняется. Руководство клуба после соблюдения всех формальностей проведет встречу со СМИ и предоставит исчерпывающую информацию.